Британский супертяж Тайсон Фьюри и американец Дионти Уайлдер завершили в ничью один из самых ожидаемых боев года. Бой прошел очень интересно для любителей бокса. Начало поединка осталось за Фьюри, который в конце первого раунда потряс соперника левым боковым, однако уже в следующие трех минутки американский чемпион ответил сопернику не менее мощно. Фьюри в своей манере провоцировал соперника, убирая руки за спину. Это несколько вывело чемпиона из равновесия. В середине боя Уайлдер откровенно не знал, что делать с соперником. В свою очередь британец здорово работал в защите. В девятом раунде Тайсон оказался на настиле ринга. Пропустив левый боковой, британец поднялся и не дал сопернику закончить бой. В финальные трех минутки Уайлдер вновь отправил соперника в нокдаун. К удивлению публики, Тайсон умудрился подняться на ноги и закончить бой. Таким образом, поединок в Лос-Анджелесе завершился невероятным решением судей 115-111, 110-114, 113-113. Champions never die, through it we survive, and finally arrive.